Триколор есть в сердце каждого жителя Великой России. Под ним объединяются люди, народы, идут в бой наши военнослужащие. В честь дня государственного флага в центре Севастополя на площади Нахимова, Приморском бульваре и Графской пристани прошла акция, инициированная Центром развития туризма города. Участники губернаторских школьных трудовых отрядов раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета главного символа нашей страны. Ленточки у нас раздают наши школьники из губернаторских отрядов. Они у нас трудоустроены на лето в нашей организации. Ну и вот активно помогают, участвуют в этой акции. Настроение создается прекрасное в праздник, и благодаря ребятам и создается такое ощущение праздника. Туристка Анна приехала со своей семьей в Севастополь из Белгорода. Женщина рассказала, что привезенную из путешествия ленточку «Триколор» будет носить с гордостью. Вот сюда мы пришли, вот тут эти ленточки, флаги, и вот ощутился праздник, ощутилось, ну, что флаг России – это, ну, часть нашего достояния, ну, это часть, ну, как нашей гордости. Ну, нужно гордиться своей родиной, потому чтобы, ну, как другие народы, страны, да, чтобы не унижали. Вот Россия – великая страна, и чтобы все это понимали, что Россия – великая страна. Севастопольские школьники, вручая людям ленточки, также напоминали им и об истории самого праздника. Чтобы, ну, как сказать, вселить дух патриотизма, чтобы люди больше узнали о таком символе России, как флаг, и что значит его цвета, что, ну и вообще это очень интересно знать его историю. С днем флага России! Жанна Альпер, Юрий Реутин, Севинформбюро.